И всем привет, с вами я, Десять Тыгл, и сегодня я буду снимать Майнкрафт по трендушам выживания. День пятый. Так, давайте снимать берем, ну, чтобы построить. Типа дом. Ну и домик мы разместим поближе к Одессе. Так, вот вода наша. Так, давайте. Что это? Собака? Что это? И классно. Блин, никогда нельзя терять его. А! Да иди ты нафиг! Идиот, он поправил. Что? Такс. Блок управления. А, на телефоне. Ну, привык. Так. Так, 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 так. Короче, ну, надо, чтобы 30 не хватает. Хотя вот блоки раскидывают. Что-нибудь придумаем. Сколько тут волков. Блин, фигово. Курицы. Кто? Понятно. Так. Ну вот тростник растет, отлично. Так, потом нам надо скрафтить быстро. Так, вот отлично. Ну, естественно. Ну, давайте. Так, давайте откроем. Блин, там же дерево.
Так, ну нам пока для первого заход. Ну что ж, приступим к рубке дерева. Так, первым делом нам надо скрафтить сундук. Стоп, не хватит на него. Больше набрать. И для верстака. А нет, верстак первым делом надо. Потом уже можно будет и кирку сфигачить. Так, ну да. Где-то. Так, давайте один верстак скрафтим. Так, так, давайте досточки скрафтим, потом 2-4 палочки, потом мы сейчас скрафтим. А, блин, где? Как-то где-то. А, все, вспомнил. Так. Что тут? Ну вот. Блин. А, вот все возможные крафты показывают у меня. Мне нужно кирка. Для этого нам нужно. Ну, блин, вообще не понятно. Отлично, давайте скрафтим кирку наконец-таки. А потом сундучок. Сундук. Как тут скрафтить сундук? Я позабыл. Чисто все. Ладно. А, уже вечер. Это плохо, сейчас будут спавниться зомби. И волки активные. Это был день первый моего выживания в Minecraft Pocket Edition. Всем пока.